Итак, ну что же. Всем здрасте. С вами Марк Айденчик. У нас сегодня очень странное начало. Ну, неважно, неважно. Короче, показывай лучше, что ты тут сделал, пока я отсутствовал. Ну, я достроил турбину. Так она выглядит. Это пар. Точнее, да. Это структурное стекло. И я не могу туда внутрь попасть. Ну да. Ну, смотрите, турбина пар. И мы за счет пары производим, ну, за счет воды и пары мы производим энергию. А можно сломать стекло? Конечно, нет. А, ну ладно. Я тебя понял. Так, ну все, это супер круто, вот так это все выглядит. Да. Теперь мы производим примерно 45 миллионов энергии. Куча воды. Ну, 45... А, подожди, а сколько мы до этого производили? В районе 10 или 20. А, ну, кстати, ну почти, ну то есть два раза где-то даже больше. Да. Ну, вообще супер, все. Все живем вообще, прям наслаждаемся жизнью. Вот, все это нормально так выглядит. Так, вопрос следующий. Чуть заведующий. Я еще что-то тут видел. Что? Вот это такое. Где? Вот это алтарь наполнен. А, это я уже давно поставил. Это, короче, чтобы производить семена из мода Magic Agriculture. Короче, производить семена различные. Ага. И прочие штуки из мода. Ага, и как им... Подожди, это есть кнопка, и что будет, если нажать? Ничего? А, ну, сначала надо положить семена. А, вот. И будет сюрприз, да? Да, он просто соединится. Ладно. Здесь ничего такого. А, ну, ну ладно. Я-то думал, что что-то будет. Так, окей. Ничего не будет. Время тут выполнить. Тем временем мы сейчас будем делать сверхкритический фазовращатель. Ура! Я не знаю, что это, но ура! Мы будем делать антиматерию. Правда, мне нужен вроде полоний. Или плутоний. То есть мне надо снизить сначала ядерный реактор. Обращайся. Ну, шутка, кому? Конечно, ну, ко мне. Ну, сложная шутка, но лучше ее не объяснять. Никому. Так, ладно. Короче... Мне надо снизить ядерный реактор. Ладно. Так, окей. Короче, да, там какие-то квесты ты выполнил, а теперь мне бы понять, что мне делать. Потому что я не знаю, что мне делать. Понимаешь, я не знаю, что мне делать. Надо делать добро и позитив. Ну, ну это понятно, это понятно, знаешь, это база. Это прям база, прям такая вот база базовая. Так, окей, я остановился на том, по-моему, что я, короче, сделал все, что мог. И теперь я не знаю, что мне делать. Потому что тут, да, тут где-то что-то и осталось, но чтобы мне это все выполнить, нужно, я не знаю, что сделать. И возникает тогда резонный вопрос. Что там с ботанией? Что там у... Ботания. Ботания, да. А, ну я, кстати, уже знаю, что сделать. 3, 4, так, 5, мне... 5, мне нужна костная мука, 6, короче. 8, 9, 10. Не будем мешать Айденчику учить математику. А, мы учимся считать до 10. Да. И мне нужен... Опять дождь пошел. Да, поспи, потому что я это... Буря. Ладно. Я вижу свою голову, потому что я внутри нее сплю. А, ну это норма. Не совсем. Я бы не сказал, что это норма. Но мне нужна... Это абсолютно норма. Нет, Айденчик, извини. Так, краситель. Прощаю. Должен будешь. Краситель? Но я сделал удобрение. Да, все. Соболезную. Квест в ботании выполнен. Ой, отлично. Так, что у нас здесь еще есть? Теперь нам надо, короче, делать какие-то цветы. Но прикол в том, что что-то мне это все не нравится. И тут даже эти цветы можно скрафтить. Но чтобы ты понял... Крафт цветов из ботании делается из мистикал агрикультур. Угу. Это норма. А подожди, это вообще два связанных мода или что? Нет. А. Ага, прикольно. Просто их связали в этой сборке. О! Я просто, знаешь, прикол в том, что я случайно вообще... Ну, не то, что случайно, я просто нашел какой-то цветок, сломал, и мне дали квест. Выполнил. Ну, это норма. А, ну вот, да, кстати. Мне, короче, надо найти все вот эти цветы. Вот, все, что тут есть. И прикол в том, что, опять же, какие-то здесь можно создать через лепестковый аптекарь. Какой-то, который здесь есть.
А, ну у нас он выполнен, у нас он должен даже должен быть где-то там в сундуке, наверное. Короче, мне проще всего будет просто тупо искать цветы, летать. И собирать вообще все цветы, ну, кроме стандартных. Вот, типа вот этой розы тут. Это мы не трогаем, нам нужны нестандартные цветы. Ты можешь тэпнуться в мир майнинга, и там в большинстве своем растут только и цветы из ботании. Мир майнинга? Как мне это попасть? А, желтая пластина дома. Пустой рукой ПКМ по ней на шифте. Вот это да. 2, 5. Так, телепорт пад, да, вот этот? 7, да. Подожди, я что-то рофла не понял, почему мне не это? Пустой рукой. А, пустой, мне надо было щит снять, потому что. Да. О, реально, слушай, тут какая-то дичь происходит. 2. О, вот этот, по-моему, цветок нужен. 2. Да, все, квест завершен. Слушай, это реально гениально, 2. По сути. 6, 8, 11. 14, 16. Ну, вроде нигде не просчитался. По итогу просчитался. Кстати, это реально это гениальное решение проблемы, потому что тут серьезно прям куча цветов всяких разных. Могу просто бегать и собирать. Так, это ничего не выполнилось. Так, ну тут сложно. Я уже даже не помню, что я собирал, что я не собирал. А подожди, это что, не из ботании, что ли? Нет, это из ботании. О, выдали. Отлично. Где у нас? Вот. Еще плюс. Отлично. Иду. Так, и вот нам просто теперь надо в тупую искать вот эти все цветы. И, наверное, нам что-то за них дадут, возможно. Да, вот еще что-то нашел. Ай, ну, опять же, проблема. Я не могу все помнить, какие цветы я находил, какие не находил. Вот, пошло, поехало. Смотрите, как мы быстро начали все выполнять. Ой, так, ну и они, кстати, все сверху, что самое интересное, если так можно понаблюдать. Да, они все сверху. Смотрю, слева они мне почему-то пока это... Ай, ну они, скорее всего, потому что и создаются, да, через этот аптекарь, как он там называется. А вот эти, которые можно найти, они, скорее всего, там сверху и появляются. Вроде вот этот я брал. А, короче, не знаю. Так, вот это мы взяли, все отлично. Так, ну просто тупо теперь можно летать и просто собирать. Вообще, нет, нельзя. Можно. Но по-хорошему бы вообще все собрать было бы вообще идеально. О, еще плюс. Так, вот это я не помню, собирал или нет. Нет, не собирал. Все, пошло-поехало, реально, пошло-поехало. И мне уже остается, кстати, не так уж и много собрать цветов. По-моему, вот это, да, там был сейчас, или это не он? Посмотрим. Да, это он был. Отлично. А, не, я вообще, кстати, подумал про другой, но ладно. Этот тоже там нужен. Так, я вижу вот такой вот цветок. И это вот этот, да, как раз-таки? Да. Отлично. Так, и теперь нам остается раз, два... А, два цветка всего, да? Получается вот такой вот серый и... Какой-то коричневый, что это? Да, коричневый и серый цветок нам нужен. Сейчас нам надо будет их найти. Остальные цветки мы трогать не будем, потому что они нам не нужны. Вот это, кстати, по-моему, он и есть, да, вот этот серый? Да-да-да, это он должен быть. Да, изи. И последний у нас коричневый цветок, который нам осталось найти. И это он? Нет? Нет, это, по-моему, это оранжевый, да, я профлу заберу. Так, и вот он должен быть уже. Вот, походу, и он. Ой, я ж чихнул. Как подобрал уже цветок сюда, спасибо, аж чихнул. Все. Смотрите, вся верхняя у нас это выполнена. То есть я нашел вообще все цветки здесь. И да, тут придется, короче говоря, заниматься вот этим лепестковым аптекарем. Только вопрос, как это все делается, я не знаю. Потому что да, все остальные у нас цветы. Короче говоря, они. По итогу будут делаться из разных ингредиентов, и нам их уже надо будет создавать именно. То есть те цветы, которые можно было найти, я их нашел. Вот. Так, я тпхаюсь к Айденчику, потому что мне лень тпхаться домой самому. Поэтому просто к нему тпхнусь. Так, и теперь надо, короче, положить вот это все дело. Все эти цветы. Сюда вот, и сейчас нам, походу, придется читать книгу «Лексикон ботании», потому что я не шарю вообще, как создавать.
Да, у нас куча тут. Да, лепестковый аптекарь. Для того, чтобы создать растения, которые смогли бы выполнять какие-нибудь указания ботанику, необходимо наполнить их мистической энергией. К счастью для вас, лепестковый аптекарь именно это и делает. Поставив этот блок и наполнив его водой, вы сможете кинуть внутрь мистические лепестки, чтобы высвободить их энергию. После того, как в нем будут находиться нужные лепестки, киньте семена, чтобы завершить процесс. Вы также можете наполнить аптекаря, бросив на него ведро с водой. С помощью лепесткового аптекаря можно делать довольно много растений. Так, так, что-то я все равно не понимаю. То есть мне ингредиенты нужно прям в него, получается, закинуть. Сначала мне воду туда надо налить, и потом туда, чем не нужно, что ли? Там будет мусоросжигателем. Да. Просто в крафте там выглядит, знаешь, как будто бы надо ставить их, короче, вокруг этой штуки. Это выглядит так, как будто бы. Да, и тут, кстати, если на Ctrl нажать... О! Можно даже смотреть вот так вот крафты. Прикольно, кстати, сделано. Это очень круто. Так, ну давайте попробуем с этим разобраться. Ключевое слово... Попробуем. Вот, не знаю, получится или нет. Так. Короче, судя по квесту... у нас этот аптекарь уже готов. Он где-то есть. Аптекарь. Да, он у нас в этой есть. Так, теперь надо его куда-нибудь поставить. Недалеко от дома, естественно. Ну, поставим недалеко от этой полки. Ой, полки, говорю. Энчан столика. Так, теперь нам нужно ведро воды и молодца туда. Короче, берем ведро воды. И, кстати, у меня один вопрос. Почему у нас 99 ведер воды? Ой, точнее, пустых ведер. У нас там еще есть ведра с молоком. Мне просто было лень очень крафтить ведра. Так. И потом у нас теперь много ведер. Очень много. Гениально. Так, ну хорошо, у меня теперь есть вода в этом аптекаре лепестковом. И я так понимаю, что... Что теперь? Мне просто в него нужно закидывать предметы. Давайте попробуем. Да. Я надеюсь, что правильно понял. А ты говоришь, да, ты знаешь, или ты просто... Да? Нет, я понять не имею. Я просто сказал, да. Спасибо, спасибо. Так, ну хорошо, тут есть... квест, типа наш первый цветок. Нам для него нужно. Угу. Либо мистический белый лепесток, либо белый мерцающий гриб. И, кстати говоря, его можно вот этот гриб скрафтить. Нам для этого нужен белый краситель. Которого у нас, кстати, нет. Который надо как-то белый? Сделать. Да. Так, из костной муки. А, ну да, вот. Точно, костная мука. Вот, сделали. И, надеюсь, у нас хоть один гриб есть, хоть любой вообще. Там, по-моему, да, есть красный гриб, например, берем. Берем вот это. И вот белый мерцающий гриб у нас. А, у нас, по-моему, надо 4 штуки, да, там? Давайте посмотрим. Да, 4 штуки. Я так понимаю, их просто закидываешь. Ну, давайте проверим, опять же, я не знаю. Там как-то не сказать, что прям подробно все написано было. Так, костная мука, костная мука. Еще 3 штуки нам красителей надо сделать. Отлично. И мне нужно опять мухомор. Так, делаем вот так, делаем вот так. И у нас выходит 4 штуки. Все, можем идти обратно. И давайте попробуем, не знаю, получится или нет. Слушай, а ты прав. А, подожди-ка. Там что-то нужно. Мне показывают, что мне какие-то... А, семена нужны. Но там, походу, какие-то особенные семена. Да, короче, чтобы создавать предметы в ботании, нужно просто тупо их закидывать. Короче, да, нам теперь нужны какие-то семена. Так, это было написано в этом? Нет, тут, кстати, не написано. Так, ну давайте наберем семена какие-нибудь. Я не знаю, типа, надо из ботании именно или что? У нас есть еще какие-нибудь семена из ботании? Я пока не вижу. Я вижу другие, из других модов. Сложно, непонятно. Я просто реально не понимаю, там прикол в том, что там не написано. То есть мне показывают текстуры этих семян, но... То ли это обычные семена, то ли нет.
Так, зачем ты выполнил задание? У нас полиэтилен кончился. Ладно, я осуждаю звуки. Так, можешь рискнуть, просто закинуть. Да, я на shift нажал, потому что... Так ты не жми на shift. Спасибо за совет. Спасибо. Пожалуйста. Не за что. Ну вот, например, я не знаю, ну... Так, опять, найс, выполняешь задание. Ну, даже вот, например, вот мне просто вот интересно, что будет, если закинуть. А, да, реально, любые семена попаду. Все. Поздравь меня, я создал первый цветок в ботании. Чистая маргаритка. Все, выполнено. Отлично. Все, вот видишь, я начал разбираться в ботании. Победа. Наконец-то, да, спустя сколько сезонов, я реально впервые сделал вещи с ботанией. Это просто шок-контент. Исторический момент даже, я бы сказал. Так. А нам нужен свинец. Свинец? Свинец. Тут есть жизнекамень. Его нельзя скрафтить. Да, он как-то крафтится в ботании. Use a pure daisy to convert stone into living rock. Что такое pure daisy? Вот теперь вопрос. И как мне его использовать? Чистая маргаритка. А, то есть то, что я сейчас сделал... да, то есть мне просто в эту штуку закинуть, походу? Ладно, наверное. Чистая маргаритка. Так, ну ладно, камень. Давайте попробуем, не знаю, выйдет что-то из этого или нет. Так, ну... Рубрика эксперимента сейчас будет. Так, ну воду я налил, закидываем сюда, закидываем сюда. И ничего не произошло. Понятно, это так не работает. Чистую маргаритку. А, вот все, я забрал. Так, ладно. Ну, возможно, не чистая маргаритка, я понятия не имею. Как переводится Pure Daisy. Я вот тоже не знаю. Тут еще есть Living Wood. Ну, и тут, да. Тоже опять Pure Daisy нужен, понятно. Не, я видел, как крафтится, но я не вникал в процесс. А, понял. Понял, принял. Так, ладно, и походу я на этом застряну, потому что я вижу, что тут что-то как-то уже... Сложно, хотя... А хотя, кстати, нет. Хотя, кстати, нет, походу. Так, давайте смотреть. У нас есть призовый мерцающий гриб, который можно скрафтить без проблем. Есть синий мерцающий. А, ну все, это без проблем можно, в принципе, сделать. Нам опять нужны грибы и опять красители, короче, понятно. Смарк сидит на грибах. Так, ну, в таком случае, кстати, нам надо где-то грибы найти. Их можно в аду, да, по-моему, найти без проблем, я думаю. А, да, наверное. Я вижу, что у нас их 9 всего остается, красных грибов. Нет, так. По идее, дай гриб. Один. Один, сейчас. Скинул. Этого подобрал. Краситель тем временем. Так, две штуки мне надо. То есть, получается, мы делаем вот так. Это два синих мерцающих гриба. А вот бирюзового красителя у меня всего один. Кстати, я только сейчас заметил, что тут даже написано, когда последний раз я... последнее изменение в предмете было. Вон. Да. Че там, дюпаешь, что ли? Почти. Мне бы тогда дюпнуть еще это... Краситель бирюзовый. Если честно. Мне нужна какая-нибудь рута, допустим, изумрудная. Так, да, короче, сейчас я попил, пока что. Будет короче, там. У нас теперь грибы растут. А, серьезно? А, ты их вот. Просто посадил? Подожди, они будут на изумрудах расти? Да. Гениально. Браво, браво, просто. Так. Ладно, я могу сделать это чуть быстрее. Ой, это не то. Это не то. Сейчас я сделаю немножко быстрее их рост. Окей. Так, синий, зеленый краситель, господи. Как же сложно. О, я тут про кое-что забыл. Теперь у нас этого достаточно много. Грибов? Нет, эссенции звезды Незера. А, я вижу. Ой-ой-ой, что-то их, кстати, ну так нормально их теперь. Понял, так. Понял, принял. Я что-то сам от меня ожидал. Потому что я стал комп на ночь, у нас взорвался реактор, и тогда же у нас
Появилась эссенция. Понял. Соболезную, как говорится. Так, подожди. Вот, блин, с этими красителями все сложно. Вот, грубо говоря, мне нужно сделать бирюзовый краситель. Для этого мне нужен зеленый и синий. Синего у нас нормально, а вот зеленый как? Чего там можно сделать? Зеленый из кактуса. Точно. А у нас кактус хотя бы. Кактус. Ну да, что-то есть у нас. С кактуса. Так. Зачем нам? У нас теперь 2000 звезд Незера. Я, кстати, только сейчас его типа начал крутить. Ой. Ладно, я получил ачивку. У тебя была она? Да. А, ладно. Ты в прошлый раз еще спросил, что за ачивка. Да я уже не помню. Нет, я помню, ты говорил про глобус, типа, но в чем прикол, я его просто типа не видел. Взлетаем. Вот его можно раскрутить. До чего? До взрыва? А, да. А, господи, я чуть туплю, я опять забыл, что его же там не крафтить, надо расплавить. Кстати, тебе Steel Ingot нужны? Закинь в хранилище. Куча стаков. Да. Так, сейчас я тут пожарю немного. Плюс так, квест. Да, кстати. Факт. Так, ладно, да, я их закинул в хранилище. Так, это я закидываю. Так, краситель, краситель. Да, синий краситель у нас еще имеются. Так. Все, ясно, Айденчик. Читерит. Вообще-то да. Так, зачем мне дали СПС порт? СПС порт, короче. А, пожалуйста. И разряжающую катушку. Так, это ну, что ты спросил? Спасибо. Так, ну, я спросил. Так, это отключить. И мне нужна герметичная труба. А, вот это я забыл положить еще. Так, а я пошел опять сюда. А, и опять семена нужны. Господи, зачем? Ну зачем? Зачем нам семена тратить? Ой. Такое? Я не понимаю. Давайте семена. Я немножко не только именно складыш нажал. Я не уверен, что сейчас будет происходить. Ух. Возможно. Ну, вроде сервер не завис. Так, главное, чтобы это взрыва здесь не было никакого. Так, using water to create mana. Да, кстати, там надо будет потом создать бассейн маны. Mm-hmm. Вот. И самый простой метод получения маны — это преобразовывать опыт в ману. Ну или сжигать предметы. Знаешь, мне кажется, у нас много чем можно сжечь. Да, примерно 100 тысяч рублей на руды. Сколько у нас? Я считаю, это мало. Ну ладно, я еще накопаю. Так, ладно, тут есть что-нибудь попроще? О! Я просто хотел посмотреть чанки и случайно перезагрузил ресурсы. Так... Так, давайте смотреть внимательно, как говорится. Смотрим внимательно. Так, я нашел. Подожди, что я смотрел? Вот это. А, это по желанию. По желанию. 7 блоков. Коричневый краситель. Светлый. 6, 7. Он даже здесь влезет. Так, краситель. Так, я вижу вот это. Что у нас красно? У нас есть краб, у нас 4 краба есть. Это норма. Ну, знаешь, я бы поспорил, норма это или нет. Интересно. Не понял. Так, роза у нас есть? Роза. Нет, розы у нас обычно нет, я пошел собирать розы. Мне нужен красный краситель. Красный краситель. Короче, в ботании без красителей никуда. Слава богу, тут роз много. Это буквально мод про цветы. Ну, логично. Так, а мне нужен, по-моему, только один гриб, да, вот этот? Да, красный мерцающий гриб. Так, и, по-моему, там еще... Да, ну там еще надо сделать
Пока Марк занимается чем-то интересным, я строю сверхкритический фазовращатель. Ладно. Бирюзовый мерцающий гриб. Ну нет. Не прохладно, а ладно. Вообще-то, если ты не знал. Так, так. Сложно. Ничего не понятно. Так, механизм. Да, я видел, что ты выполнил. Все. Забрал себе призы. Не совершенно понятно. Герметичная труба. И продвинутая солнечная панель. Две штуки даже. Ладно. Спасибо за подарок. Пожалуйста. Не за что. Я пока посплю. Ты не против? Нет, я только за. Ладно, я поспал. А, рубрика «Рыбалка». Пойду порыбачу. Забыл порыбачить сегодня. Я напомню, я пытаюсь выбить сундук тот самый для удочки. И давайте, ладно. Давайте три раза, короче, по три раза. Вот сейчас один раз был. Он плывет. Оп, второй раз и третий. Мне на рыбу выпадает, это обидно. И чё оно улетело сейчас? Эти какая-то помойка, короче, понятно. Как, в общем-то, и всегда, в принципе, что тут удивляться. Так, воду я набирал. Так, значит, мне надо сюда. Мы положим, чтобы не мешалось. Так, еще раз. Нужна звезда маны. Бирюзовый краситель, опять же, зеленый. И синий краситель. Так, синий у нас еще есть, зеленый вроде бы тоже имеется. Опять их вот так вот делаем. Вот так. По-моему, там же один вроде нужен был. Не знаю. Так. Да. А, тут по одному. Так, вот эти два я сделал. Теперь мне... Так, осуждаю. Так, теперь зеленый краситель мне нужен. Опять. А, все, он закончился опять. Где кактусы? Кактус. Так, мне нужен один. Это Марк сидит на кактусах. Ну, вообще-то это полезно для здоровья. Это закаляет организм. Если ты не знал. Как ежедневные... Да. Именно так. Так, белый и синий краситель теперь мне нужен. Так, краситель синий есть, а белого опять нет, потому что нам нужен этот. Какой? Костная мука. Вот какой. Так, заходим сюда, делаем так. Вот так. И все, блестяще. У нас выходят все четыре гриба, и мы сейчас делаем раз, делаем два, делаем три, делаем четыре. А, и опять семена. Господи, опять... Я не могу никак привыкнуть, что семена нужны еще какие-то рандомные. Бля, а если я семена пшеницы закину, он примет их? Ну, наверное. Да, ему без разницы. Все, звезда маны. Но это был не обязательный квест, но все равно. Пусть будет. Я просто видел, что он не тяжело делается, поэтому решился за него взяться. Все. Мы... Так. Ой, чё? Я почти доделал сверхфизический фазовращатель. А, вот ты. Да. Так. Осуждаю такие постройки. Ну... Здесь понять. А что тут лама делает? А, живет тут. Не понял. Лама вот торговца. А как сделать своей ламой, а не торговца? Купи. У торговца, да? Да. А, ну логично, в принципе. Так. Что-то пошло не так. Чё там? Понял. Там у меня просто остались блоки. А, ну ладно. Так, мне опять... Мы построили СПС. Да, СПС. Ну, так надо. Это сверхкритический фазовращатель. Он нужен, чтобы производить антиматерию. Там дальше гранула антиматерии идет. Квест. Да. Для того, чтобы произвести одну гранулу антиматерии, нам надо что-то в районе 200
миллиардов энергии вроде. Кстати, ну ты почти весь Advanced закрыл механизм. А, да, это по сути это последнее. Там еще, правда, снизу он есть, реактор fail-safe. Всем интересно, Это, короче, система, чтобы ядерный реактор не взорвался. Ну, это, кстати, обязательный квест. А, вообще-то нет. Вообще-то да. Так, по желанию. В механизме у тебя еще продвинутая солнечная панель. А это тоже всем интересно, Биогенератор. Всем интересно, То есть я выполняю вообще на 100%, а ты там всем интересно, Я даже Твайлайт на полностью, вообще полностью закрыл абсолютно. На всем интересно, На все 200 000%, все, что только можно было выполнить, я все выполнил. Еще если я не делаю бесполезное. Ладно, извините. Самое забавное, что он сделал на продвинутую солнечную панель. Ты не сделал солнечную панель? Ну... Потом у нас, я даже не видел, чтобы у нас была продвинутая солнечная панель. Это норма. А, нет, это не норма. Это норма. Так. Так. Помогите мне, пожалуйста. Мой конфигуратор. Получается, туда подается полоний, сюда подается энергия. Мне нужна провода. Программа? А нет, провода. Да, провода. А еще мне нужен флакс... Не помню, как называется. Флаксовая точка, да. Так, а я тут сейчас буду развлекаться. Ну, это и проблема. Вот, я выполнил квест в моде, сейчас скажу, Elemental Craft. Contained Crystal. Я его сделал. Профл, я увидел, что крафт несложный сделал. А, это так легко, что ли? Серьезно? Я сейчас резко переобуюсь, короче, и буду этим модом заниматься. Хотя я не знаю, что это за мод даже, но я вижу, там крафты какие-то совсем легкие. Ой, подожди, стоп. А, мне это и нужно было все. О чем зло? Так, минуту. Замедленная элементная труба. А чё, мне так. Ачивку не дали? Где? А, у меня забагалось. Минуту. Да, там что-то зависло. Да, вот, все, теперь квест завершён. Ты думаешь, что за бред? Все, это я сделал. Так, понятно. Не, что-то какой-то легкий мод, похоже. Ура, у нас есть 1 миллибайт антиматерии. Зачем? А, прикол. Скучно, да, было? Да. Он и еще один квест выполнил. Зачем это все, правда, непонятно. Вот. И мы производим еще 1 000 000 энергии. Просто так, по приколу. Ладно. В том то, что с количеством, скажем, энергии, которую у нас производит термоядерный реактор, и сколько у нас производит полония, производится полония, нам вообще не нужно столько энергии. Конечно, я могу сделать самый большой ядерный реактор, но чё-то не хочу, он взорвется. Да и ладно, это же наоборот контент. Вот. Короче, нам осталось подождать примерно много. Примерно много, спасибо за конкретику. Ну смотри. Одна единица антиматерии будет делаться примерно... 1 000 000 лет. Почти. Ты бы видел, что я сейчас нашел. Короче, чтоб ты понял, тут яма, да? У пляжа. И в ней сидят утка, овца и скелет этот, лошадь-скелет. Как тебе такая компания? В яме чисто. Нормально. Так, окей. Я думаю, что у нас серия уже 3-4 минуты. Память потихоньку занимается, поэтому
Я предлагаю на этом закончить. А с вами был Марк, и я и Денчик, и всем пока.